Здравствуйте, друзья! На носу Новый год. Хоть по окружающей обстановке этого и не скажешь, но это так. И в преддверии Нового года, как обычно, начинается новогодняя суета, когда люди закупаются продуктами, чтобы приготовить довольно широкий стол к празднику. И сегодня мы посетили один из местных рынков Турции, дабы показать вам цены, как они изменились в из-за падения турецкой лиры и ее повышения. То есть курса повышения и падения. Ну что, давайте посмотрим, какие же цены у нас сегодня на рынке. Вот такое вот небольшое видео у нас вышло по обзору цен на рынке в Анталии в преддверии Нового года. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. До новых встреч, друзья!